Она боится котов, но бессильна без их помощи. А? Вообще неправда. Не боюсь я котов. Супер-кот и Леди Баг. Два героя лицом к лицу с самой судьбой. Скоро в кинотеатрах. Супер-кот и Леди Баг вряд ли придут на премьеру, но надеюсь, кино им понравится так же, как нам нравятся они. Это мы еще посмотрим. Ты отклонила приглашение на премьеру? Я супергероиня Тики, а не звезда. Моя задача защищать город, а не сидеть и смотреть фильмы. Молодец, Марине. На премьере соберется много известных гостей, таких как рок-звезда Джаггет Стоун, модный дизайнер Габриэль Агрест и его сын Кумир Подростков, который озвучивал суперкота Эдриана Агрест. Эдриан? Эдриан там будет? Ну вот, Леди Баг, нужно было соглашаться. Итак, у нас 600 макаронов, 800 птифуров и ярусный торт Леди Баг и суперкота. Надо было нанять кого-то, чтобы подать все это гостям на премьере. Вы о премьере мультфильма про Леди Баг и суперкота? Да. Я с удовольствием вам помогу. Ты хочешь быть официанткой? Да, я буду подавать макароны Эдриану, точнее... Всем, конечно же, не только Эдриану, ведь не только Эдриан любит макароны. И тот факт, что Эдриан там будет, здесь ни при чем, разумеется. Совершенно ни при чем. Я просто хочу помочь своим замечательным родителям, которых я так люблю. Вы мне не доверяете. Ну да, я же такая растяпа. Я бы сама себе не доверяла. Нет, ты не растяпа, дорогая. Мы тебя берем, вот только... Спасибо, вы лучшие родители на свете. Надо испечь в два раза больше макаронов на всякий случай. Это будет потрясающий вечер. Надо надеть что-нибудь особенное. И макарон должен быть самый вкусный. Это тоже немаловажно. Вуаля! Тебе не кажется, что 800 макаронов и так хватит? Нет, Тики. Эдриан заслуживает особого макарона. Я покажу ему, как он важен для меня. Представь себе, он ждет обычный макарон, а я даю ему этот макарон. Он откусывает его и говорит. О, Маринет, это же маракуйя, моя любимая. Откуда ты так меня хорошо знаешь? Я ведь такой скрытный. И я отвечу, просто ты для меня особенный, Эдриан. И я будто знаю тебя всю жизнь. А потом он говорит... Так ты поэтому все эти воскресенья печешь по одному макарону? Кто знает, когда представляешь? Ставится идеальная возможность. Эдриану не должен попасться невкусный макарон. Ну, разумеется. С вами ошеломительные новости. Надя Шамак в прямом эфире с премьеры, которую мы все так ждали. Это новый анимационный фильм «Приключения суперкота» и «Леди Баг». Шикарная Клара Найтингейл, которая исполнила все песни в фильме, приехала сюда. Добрый вечер, Клара. Я ваш большой поклонник. Это частное мероприятие, сэр. Извините, конечно, но я Томас Острук, режиссер фильма. Вы снимали «Суперкота» и «Леди Баг», а какие они в жизни? А это же анимационный фильм, и герои нарисованные. На самом деле мы никого не снимали, но команда, которая рисовала персонажа... Да какая разница, кому вообще интересны мультяшные «Леди Баг» и «Суперкот»?